И в каком месте их фармить тоже, потому что все далековато, плюс-минус от костра. Такое себе. Так, ну здесь мы уже были, мы здесь уже забрали сверху штуковинку. Было дело. Тупичочек. Тупичочек. А там? А тут? Это мы уже собрали, сверху лежало, да? Печать огненного рыцаря. Это талисман, да? Ну, печать в плане. А, священная печать огненных рыцарей, подчиненных Месмера Колосожателя. А повышает мощь огненных молитв Месмера. На эмблеме рыцарей красуется золотое кольцо и пламя, порожденное священной печатью Месмера. Священная печать — это этот... А, золотое кольцо, и в нем пламя внутри. И... Хоть как-то визуально будет видно. Как все остальное. Цепочечка торчит. Так, ладно. Чать нашли. Ну, для кастеров этих. Чтобы кастовать спылы Месмера. Но у нас нету спилов Месмера, если вот это не считается его спылаем, конечно. Угу. Огромный зал. Две лестницы. Как будто бы нам на лестнице сначала. Или тут закрыто? Ночь? Порт? Порт ночь? Блин, открыто. И тут лифт. Угу. Вниз. Что, давайте здесь посмотрим, что. Там на лифте покатаемся. А золотая смазка с нитью, понял. Поехали на лифте кататься. Но помним, что у нас еще сверху уже костер был, да? То есть мы еще верхнюю часть тоже можем продолжить исследовать. Хранилище задняя часть. Понувшая часовня, проход в церковный округ. Да, кстати, может быть даже основной вход. Жесть, мы долго едем. Блин, если это не сюжетное место, потому что каждый раз здесь кататься такое себе. Выглядит как пещерка. Да, надеюсь, это пещерка. Сейчас надпись появится, название пещеркой, да? Да, 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 нет? Ну, сейчас появится, вот сейчас. А, или это выход? Может, это выход наружу просто? Где это мы? А, мост. Где? А, это мы, возможно, сюда куда-нибудь придем. Что было? Сообщение, блин, появилось. О, заспавнилось. Еще одна штучка. Радужка благодати. Ага. Читать можно? А, реально можно? А, блядь. Нашел, что прочитать. Я думаю, эту штуку можно прочитать. А, радужная оболочка, таящая в себе благословение древа Эр. Поместите на чужой глаз, чтобы дорвать быстро ослабевающую благословение благодати. Можно использовать для получения благословения вашей великой руны. Жрецы древа Эр прибегали к такой уловке в царстве теней, чтобы успокоить паству, и им это неплохо. Я не понимаю, что это за херовина. Лишиться света и даровать благословение благодати. Что, блин? Не понимаю. Может быть, пепешное что-то? Еще один костер? Куда так часто-то? Ой, я видел этот цветочек. Он, по-моему, даже в трейлере еще был. Но я вообще случайно спойлернул еще одна руна Марики. Блин, это босс, по-моему, был, да? Да, это босс. Привал Древа Упадка. Так, штука дамажит, штука не дамажит. Ну, цветочек, огненная пушечка нужна. У нас есть огненная пушечка.
Ну, есть, но не та, которую я бы хотел. О, дракон. Ты же дракон? Похож на дракона? Возможно, это не босс. Возможно, не эта штука босс. Нет, эта штука босс. Воплощение древа упадка. А, вот, теперь похоже, да, на то, что я видел. Воплощение древа упадка. Вот здесь воплощение древа Эрта, это воплощение древа упадка, да? А воплощение древа Эрта, это эти, да, деревья. Ну, прикольный подсолнух. Прикольный, прикольный, да. Муксет у него классный. Еще, может, на нем посидим? Why not? О! Туманчик появился. А нельзя, да? Воплощение древа упадка. А, тихо. Что это такое? Да хорош, кровопотеря. Я хочу быстрое или медленное оружие на нем? Как будто бы хочется быстрое. Быстрое, но хочется длинное. Сложно. Надо на самом деле посмотреть, что он делает, потому что пока непонятно, что он делает. Мы ему таргетимся на голову, на скелет. Наверное, сюда хочу, либо я просто не понимаю, как с ним драться. Через голову или через туловище? Сделался 6, да? А, это по нему он такой звук. Кстати, ему не full damage наносит, да? Надо чем-то другим бить или? Сейчас огнем попробуем, наверное. Да, что, шипы? Так, интересно, можно ли против него какую-то контру найти в плане урона? Давайте сейчас здесь типа урона перепробуем. У меня как бы все топорики есть, не все типа урона. Ага. Сейчас посмотрим, может быть, я огонь его больше дамажит? Или там святое, может быть, его больше дамажит. Мне, по-моему, так святого топора нет, что у меня святое только один этот. А, мы уже бафнуться можем. Давайте бафнемся, why not. 6 теперь уровень. Ну-ка, блин. Меняем. Циферка. Второй раз сегодня циферку меняем. Та же самая циферка. Так. Так. Огонь. Магия. Блин, гром снял, да? Пора. Надо обратно повесить. Пил войны. Громовая штука. И святая штука. Так, ну давайте, я хочу сначала в первую очередь протестить огонь плюс святой демош. Потом уже всякие молнии. Ну и магию вообще не хочу тестить. Перекат нормальный? Нормальный. Блин, приветствие от босса, когда они за километр находятся. Ауч. Блин, дойти бы до босса еще. Но я к корням пытаюсь подойти. Как-то бы быстро добежали. Здесь 31. Фул хп, огонь. Я прыгнуть пытаюсь здесь. Ну, по-моему, здесь перекатываться надо, не прыгать. Либо вообще уходить из этой области. Так, ну, это мы, кстати, на фул хп бьем. Надо всегда на фул хп бить. Либо надо снять кольцо. Это фул хп дает. Урон. Дайте пока без вот этих колец, да. Эти на хп возьмем, на живучий, да. Кстати, можно на живучий взять и на защиту тогда. Не знаю, чем он бьет, но вроде физой.
10. Так, воркался. Это 26. Огонь пока лучше всего, да? 130. Или магический. Успел сменить. Ну, посмотрим, все равно магический. Ну, огонь, огонь, да. Огонь его дамажит. Тогда надо придумать, кому мы огонь дадим. Можно, в принципе, продолжить топорами драться, да? А, нихера, фул хп снимает, понимаю. Это хуйня, блин. Даже на атаку не похоже. Да. Блин, под корень эту херню. Я не вижу, что. А, шипы были. Слегка не видно. А, опять шипы, да, блин. Не видно ваши шипы. Я жив? Нет. Теперь нет. Блин, шипы я вообще не понимаю, куда он кастует. Вылетают шипы, я без понятия, что они сейчас вылетают. То есть, а когда я думаю, что шипы будут, их нет. Интересно. Где-то там шипы были, да? Это шипы. Вроде все с пакет встал. Не знаю, как его там разрыв делать, все сход. Что ты смотришь, давай? Я тут своим шипами, блин, тварь. Я не понял, да, что это шипы будут. Интересно, уронить можно? Будут? Ой, коротко полностью. Ауч, 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 не хочу. Можно кольцо на фулл дэмэш вернуть. Фулл дэмэш был. Я бы сейчас... Ну да, я бы, кстати, убил босса бы сейчас. У меня был больше урона. Ладно, я и так его убил, если второй фазы нет. А-а-а. И что там было? Что-то горело, как будто бы. Что же не может? Погоди-то, блин. Где ты? Он вылез, мы его срубили сначала, я понял. Первая фаза все-таки была. Вот теперь настоящий файт. Первая фаза легенькая. Вроде как. Это что такое? А, это про дерево? Да блин. Не увидел. Окей, сначала вырубаем, потом он начинает уже нормально драться. Что ударил и моментально еще раз ударил, понимаю. Mm-hmm.
Заебись. Заебись, блядь. Охуенный, блядь. Вот это, блядь, все тайминги уебище, блядь, такое. Точно все? Нет, все равно второй появится, да? Вон. То же самое. Вот бы чуть агрессивнее, да? Да, явно что-то агрессивнее появилось. Так, ну это уже было. Одиночные? Ранее. Они не долетают. А, у него в части хп нет, потому что мы его пробили на первой фазе. То же самое может быть, по-моему, с этого. Будет то же самое. Ты не достанешь, что ли? Ёбок, достал. То есть первый, блядь, я не достал, а второй достал. Охуенно. Прям просто так стану, да? Ебать, третий атак появился. Да, не то. Тут есть какое-нибудь поражение? Охуенное поражение. Второй раз, блядь, где? Да где, блядь, я, ты ёбаный в рот? А это граб был. Это был граб, походу, или что? Что я себя вообще не видел. Где-то потерялся просто. Ладно, блядь. Рано. Охуенно, и тут же атаку, блядь, нажал. Пиздец. Я помню, там продолжение есть, но я хозяина. Попадает по мне? Попадает. Это не Ястус? Я влево пойду, если он что-то справа там делал в прошлый раз. Не хватит сказать. Да, блядь, мне не прыгнулось. Сразу, да? Сразу за тайминг. Нет, это не тот тайминг, блядь. Это тяжело, я пока не привык к этой херне. Слишком мало ее видел. Помажет. Ну, не надо, ну не надо, блядь, эти гонки опять устраивать. Да ты охуел. Вернись. Да блин, ну попади. Идеально. Долби там. Что, третья будет? Давай третью. Блять, реально третья? Да ты издеваешься. Куда столько фаз, чел, успокойся. Куда тебе столько фаз? Умирай давай. А что за издевательство? Сколько вас, блять, там? Пиздец, еще один, блять, вылез.
Ты что, ёбаный в рот? Что началось? Какие нахуй взрывы, чел? Ой, блядь. Как же вы заебали. Ну-ка сидите в своей, блин, земле дальше. Хотя теперь 4 будет атаки. Я полетел, уклонился. О, да, блядь, ну заебался на взрывом. Да тайм, блин. Пошел нахуй. Надо был сосуд выпить. Блядь, там еще один сидит. Киндер-сюрприз, блядь. Матрешка ебаная. Ой, блядь, насадили, блядь, цветков. Сколько мне там? 10 фаз, что ли? Делай треть, потому что меня задамажил, да? Ну ладно. Опа. Я же не понял, что это. А, блять, это я тоже не понял, что это. Стирали он ее в мини сделал, блядь. Далеко от него стою или что? Вот, но это далеко типа не падет, это что такое вообще? Рано. А чё у него, блядь, с мувсетом? Можно, блядь, обычный мувсет, а не вот этот хуйней страдания? Блядь, надо от него, короче, надо делать. Я почему дамажить. А, это рывок, блядь, вообще. Блядь, съебал, ёбище тупое, блядь, своими, блядь, прокатами ёбными. Ты нахуй. Да, короче, как-то доджится, ладно. Какой-то тайминг там есть все-таки. И два раза дамажится. Вот что. О, у тебя тоже есть рывки, ты охерел. Спортмашины, блядь, разъездились тут.
Хоть ничего не кастует. Шо, блядь. А как нет? И тайм, блядь, менялся, и что? Блядь, блядь, от знакомых атак урон получать. Из продолжения. Я смогу. Почти. Ну, не понимаю. Это был, наверное, дамаж, да, не 30. Это... А! Ебать. Ебать, что? А, я полежу? Ой, свою четвертую фазу будешь? Четвертую? Ой, а что такое? А, все! А! Все-таки с воспоминанием. Теневом подсолнухе, сука, подсолнух, блин. Великая руна Микелы. Микелы. Это не которая нас бустит, да? Это какая-то другая. Подсолнух, блин. Расколотая великая руна, отвергнутая Микелой. Лишена былого могущества, но все еще хранит в себе силу противостоять чарам. А почему великая руна Микелы у какого-то подсолнуха? На хранение взял или что? Микел отправился в башню, окутанную тенями, отказавшись от всего. От золотой плоти, от мощи и даже от своей судьбы. Все для того, чтобы искоренить первородный грех. Принять свою сущность и переродиться новым богом. Угу. Утратил все свойства, кроме сопротивления чарам. Это кто? Раз... Многоразовая? Резист против магии, да? Окей. Так, ты кто? Получить силу героя пальцев, да. Вспоминания, силы это существа. А, древо упадка, тень древа Эрт. Это древо соткано из беспорядочных темных идей, которые сгибают и скручивают его ствол, делая его необычайно хрупким. Древо упадка, тень древа Эрт. Что значит тень? Тень... Она не физическая, это просто солнце, это не попадает и получается древо, что? Костер. Я 60 тысяч за него дали. Ну, прикольный цветочек, трехфазный такой. Ну, последняя фаза, конечно, непонятно, что с этими взрывами делать абсолютно. Ну, как-то таймить, но я не понимаю, как. Причем в конце он что-то заспамил их, но хорошо, тогда мы валяемся на земле, мы не получаем урон. Удобненько. Так, ездить на коняшке тут нельзя. Ну, я так понимаю, вся вот эта область чисто для босса у нас, да, тут сделана. Окей, так. 50 тысяч, пойдемте посмотрим, что из души его делается. Блин, сейчас что-нибудь прикольное делать, там мы уже потратили эту мавзолей на херню всякую, да. У нас, по идее, в нашем же обычном мире мавзолей тоже могут воспоминания DLC раздваивать. Это, по-моему, их вообще не юзал. Мы можем вот эту штуку теперь получить. А, так... Нет, что там? Оружие. О, но оружие я хочу. Вер 25. Бьет святым уроном. Соцветие теневого подсолнуха. Ага. Уродливое соцветие теневого подсолнуха. Воплощение древа упадка. Впрочем, это всего лишь цветок, который можно использовать в качестве оружия. Ты кто? Огромное оружие. Колоссальное. Этот цветок удивительно напоминает древо упадка. Второй стебель обвивает вокруг первого, словно прижимая его к себе. А это спел. Ну, спел неинтересно, да? 58 веры, тем более. Обрушивает на голову врагов множество золотых снарядов. Молитва воплощения древа упадка. В этой молитве заключена сила древа упадка, которая объединяет золотые тени. Берем пушечку. Пушечка нам даже подходит, да? Статам. О, у меня магический вепон тут лежал, да? Ну, огонь как бы, да? Огонь, прыжочки. Еще урон. Короче, все урон. И цветочек в голову дамажится очень легко. Так, ты кто? Ха-ха. Интересно. Что-то он какой-то тяжелый, не кажется? Или нет, нормальный, легенький. Это же цветочек. Цветочки не могут быть тяжелыми. Так, что по мувсету? У него и подсолнух. О, мувсет обычного, колоссального, да? По-моему, первое колоссальное оружие, которое нам дали в игре. Ну, прикольно, цветочечком, конечно, драться. Я думаю, мы с ним побегаем немного. Так, а теневой подсолнух это что? Сбросьте на землю большой теневой подсолнух и задайте ударную волну, чтобы расплющить врагов. Можно привести до двух дополнительных атак.
Раз, два, три, четыре. Четыре удара, да? То есть вот это вторая атака, вот это третья. Одиночная, вторая двойная. А, кстати, прикольная анимация. Там цветочек распускается, да? Выглядит классно. Это его как раз-таки граб босса. Не, босс, не знаю, такой многофазин. Ну, прикольно это такой. Он именно даже... У него же суть, наверное, не в том, что у него несколько фаз, а в том, что у него как бы с каждой следующей чуть улучшает предыдущую. Все такая многофазовость у боссов хорошая. А когда там полностью мувсет меняется, то прям... Такое. Максимум ласт босса. Типа Радагона, да?